в руках фотоаппарат, вот, и прилетает Гагарин, выходит. Сейчас в руках почетного гражданина Нурлата Идеала Галиутдинова медаль «Патриоты Родины» и авторская книга, посвященная жизни фронтовиков, подарки школьному музею. Но ребята просят рассказать, как Идеал Галиутдинов видел Гагарина. Сначала Хрущев представлял иностранных делегатов, представителей. Дошла очередь до меня. Гагарин увидел, что я в форме стою. Он говорит: «О, земляк!» И протянул руку. У меня в одной руке фотоаппарат, и этот момент зафиксировал. Пожал я ему руку, он мне пожал руку. Это случилось 14 апреля 1961 года, когда Гагарина встречали в Москве на аэродроме Внуково. Дальше кортеж последовал на Красную площадь. А для Идеала Галиутдинова первый космонавт Юрий Гагарин в одно мгновение успел стать историей его жизни, которую ветеран стремится передать молодому поколению. Нам бы хотелось, чтобы они, глядя на нас, на ветеранов вооруженных сил, ветеранов труда, вот, оценивали, определили свое место в этой жизни. Ракетным войскам стратегического назначения Идеал Галиутдинов посвятил всю жизнь. Он ветеран вооруженных сил, а сейчас гость патриотических уроков в нурлатских школах. Алсу Ахмедянова, Гульназ Хасаншина, Инсаф Миниханов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».